Переславле полиции задержан подозреваемый в автомобильной краже. Подробности расскажет начальник отдела МВД России по Ярославской области Марина Какуева. В Переславском районе полицейскими раскрыта кража из автомашины. В полицию поступило заявление о том, что из багажника припаркованного автомобиля было похищено имущество на общую сумму 55 тысяч рублей. В результате розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый 24-летний местный житель. Похищенное изъято, подозреваемым даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Напоминаем, при совершении любого преступления правонарушения при первой же возможности гражданам необходимо обратиться в полицию. Вызвать полицию можно по телефону 02 сотового 102.